Здравствуйте, давайте я вам сегодня покажу, что делать, когда при нажатии на ноутбуках, у которых нет дополнительного блока цифрового, на ноутбуках при нажатии, допустим, клавиши G русской, у нас появляется циферка 4, либо клавиша H циферка 5 и так далее. То есть это включенный режим NumLook. Его можно выключить сочетанием клавиш FN, вот у нас клавиша NumLook. После этого у нас опять появляется буква. Если просто ее нажимать, ничего не происходит. Все, если видео оказалось вам полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем удачи, пока!